Телеканал КРТ представляє. Дивовижно, коли Шарій заганяв так, ну як то кажуть, пана президента попереднього Петра Олексійовича, то тоді їм заважали Сі-14. Угу. І тут я побачив теж Сі-14 були присутні. Я пам'ятаю, дуже класні стосунки у тебе були з цією організацією. Да, мы когда-то, нам довелось примерно 2 года назад познакомиться с организацией Си-14, и я думаю, что мы можем напомнить зрителям, как это произошло. Давайте подивимось, да. Цю зустріч. Давайте внимательно рассмотрим, что там произошло. Чуть позже у меня будет абсолютно полное видео. Итак, суд закончился, и вот адвокат пытается выйти. Как на переднем плане мы видим молодого человека в белой футболке, и он активно участвует в этом толкании этого адвоката. Сзади подключается еще один молодой человек. Ну, в общем, они толкают его все. Но сзади подключается молодой человек в сером. И что-то пытается натянуть. Я не понимаю, то есть это шарф или это какая-то бумага. Что-то по голове, в общем, что-то пытается сделать с головой адвоката. Вот мы этот момент четко видим. После этого адвокат наклоняется, он вставляет капу. Он вставляет капу в рот, зубы терять не очень приятно, конечно же, в драках. Он понимает, что сейчас будет драка. Как только он вставляет капу в рот, обратите внимание, человек в черном сразу напрягается. То есть они не ожидали, по всей видимости, на ответку. Толкали совсем. Их много, он один, а здесь... Они вдруг понимают, что будет ответка, и на самом деле он идет в бой. Молодой человек в белом, который еще несколько секунд до этого находился в эпицентре и активно толкал, тут устремляется за спины своих побратимов. Второй же человек в сером пытается ударить адвоката ногой. Вот идет удар. Видите? Раз, удар. Адвокат не отступает и устремляется на этого Хонгильдона, который размахивает ногами. Вот, он идет в атаку и достает таки этого человека в сером. Обратите внимание, молодой человек в белой футболке так и потерялся за спинами своих побратимов, наблюдает оттуда за боем. Человек в сером опять пытается пробить адвоката ногой, но адвокат перехватывает эту ногу, и все, дело идет к неприятному очень... приему борьбы. Промахивается один, который бьет по адвокату, пытался ударить его в лицо, промахивается сам адвокат, и тут сзади побратимы начинают выручать своего человека в сером. Вот я много раз слышал от этих С-14, что там один на один, там и все такое, и не могу, а это вот это вот один на один называется? Я что-то не понимаю. Но если он уже пошел в бой, некоторые говорят, что я не буду драться, что там, гладиаторские бои здесь устраивать или что. Знаете, другой говорит, что у меня ствол, так я умнее вас. Вот, но этот уже решил разобраться с теми, кто его бьет. Адвокат решил разобраться, а его почему-то начинают оттягивать. И эти побратимы, более того, начинают бить его сзади. Вот человечек в сиреневом бьет его сзади по голове. Я не знаю, может быть, это какая-то такая особая... Ну, знаете, есть такой уличный стайл, да? Без всяких правил абсолютно. Но мне кажется, что если у вас и так 20 человек, а он не боится вас и попер с вами драться, то бить его сзади, когда он перехватывает одного из ваших, ну, это как-то так, ну, не очень. Впрочем, этого в сиреневом свои же бросают на стол и утаскивают оттуда. Подключается самый сильный и самый высокий Жека Карась, который говорит, что к нему надо обратиться там как-то по-особенному для того, чтобы пройти. Да. Я розумію, що дуже такі тісні стосунки у тебе з цими хлопцями. Сі-14. Особливо я побачив того ж самого Карася і на зустрічі з Шарієм, шарійцями, я перепрошую. Як тобі спогади? Смотри, і як ти зустрівся з ними? Ну, ти ж поспілкувався. Смотри, тут же яка ситуація. Це люди, яким я крайне благодарен. Потому что столько, сколько сделали они для того, чтобы утопить Порошенко,
Ну, не сделали никто. Вот они своими действиями, вот все 5 лет, работая на чекистов и выполняя грязную работу, показали и Европе, что Порошенко лучше руку не жать, и гражданам Украины беспредел, и бизнесменам. Поэтому этим людям вот просто надо грамоту выписать. Я вот, пользуясь случаем, говорю, продолжайте, пацаны. Вот теперь они выходят выступать за Зеленского. За Зеленского выходят выступать. Поэтому Зеленский молодец. Вот, Вова, ты хочешь, чтобы тебя утопили, и ты превратился... Ну, к тебе будет больше претензий, конечно, чем к Порошенку. Да, вот. И действительно, когда мы пошли на митинг, организованный Шарием, почему мы на него пошли, не относясь к партии Шария, мы, наверное, скажем позже, мы встречаем наших старых друзей. Туда пришли гимнософисты из С-14. Зачем? Мы тоже сейчас узнаем, зачем они туда пришли. Потому что я, как увидел старых знакомых, ну, я не мог не подойти. Потянуло поспілкуватися. Да, пообщаться с ними. Ну, давайте якраз и подивимося, як ця розмова відбулася. Нормально, да? Да. Доброго дня. Давайте вам температурку померяем. Мы сегодня... Обережно. Так. Як зі здоров'ям у вас, як справи? А ви сюди сьогодні з якою метою? 34,5. А чому ви без маски? Шановні поліціянти, статіть, будь ласка, протокол. За статтею 44 території. А що ваші швейцарські друзі, ну, яких ви собі уявляєте, кажуть про те, що у вас під захистом колишній Дмитро Василєць, псевдожурналіст. І нинішній, почему? І нинішній, ну на здоров'я. Ну на здоров'я. Так. Ось. Він в ефірі телеканалу, який транслюється, КРТ, по-моєму, називається. КРТ, так. Відверто розпалює міжнаціональну ворожнечу і висловлює антидержавні вислови. Серйозно? Так. Да. Да. Наверное, я, может, ему таблеточку тоже передать? Нет, вы можете пойти в полицию, написать заявление. О том, вы понимаете, что у полиции охраняют таких додиков, как вас, набагато больше работы. Полиция охраняет вас, вообще-то, всегда. Боже, да. Я не переживаю. Я тут... Вот, и таких додиков, как вы. Я тут, как миссия. Миссия? Я тут миссия. Ой, ребята, благородно, разумеете? Идите с миссией, вот. Вам надо. Можете нас справляться, что вы не присутствуете. Вы миссия? Я? Да. Не дай бог. Ну, у вас же миссия. Миссия дипломатическая. Ну, вы явно не грамотнее в терминологии. Я вообще безграмотный. Миссия, вы же врач. Миссия, это не то, что миссия. А от какого слова происходит слово миссия? Ви знаєте? Месія. Месія. І від якого українського слова приходить слово месія? Месія взагалі не з українського слова приходить. Вам скористатися словником Бориса Грінченка. А от ви скажете, да, із якого це слово? З російського? Ні, не з російського. А з якого слова месія? Або з давньогрецької, або з аравійської. Ви ж не поліглоти, це не наш фах. Так, це не ваш фах. Ваш фах обслуговує. Ми не поліглоти, а поліглоти явно ті, хто глотає зарплатку з різних ФСБшних організацій. Я думаю, что вы больше сделали для торжества ФСБ, чем кто-либо в этой стране. Потому что я там отстаю европейские ценности. Свободу слова. Например. Это за Европу. Конечно, за. А як людина, яка за Європу, може захищати псевдожурналіста? Європа не адвокат. Псевдожурналіст, який займається колаборантом з незаконними збройними силами. Як врач може лічити таких, як ви? Так я сам врач. Я здоровий. Я прохожу кожного місяця. Адвокат, у мене все нормально. Захищає всіх. Ну, конкретно, лично я. Він марить бачення можливі радянські люди, любить НКВД. У людей є різні. Вот вы исповедуете такие вот, скажем, я гонорар. Не он националист. Да, вот это про вас, правильно, вы правильно. Не, не, не. А есть люди. А вы что, про бону протестовали? А есть люди, которые. Вы что вам давали клиентам? Смотря каким. Ну вот им конкретно. Вот вам бы бесплатно. Так. Я вам никого не заплатил. Пациенты придут другим кодом, утекайте от медика, как можете. Доктор Панченко. Надо, пациенты убегают, через другой ход опять. Ну, це, я так розумію, знімали безпосередньо представники С-14, і вони виклали це як перемогу, розмову з тобою. Да, ну, понимаете, вот, пообщавшись немного с представителями вот этих вот организаций, которые обслуживают все власти все время, я понял, что с некоторыми людьми действительно дискутировать нельзя.
Ну, не то, что... Вот вы же, Тарик, не придете, когда приведете там ребенка, либо подругу в зоопарк, вы же не будете дискутировать с макакой, которая для демонстрации своего превосходства вам показывает красную большую точку. То есть и здесь люди, кстати, вот эта акция, вот времена меняются, как бы, а чекистские подходы нет. Когда-то, когда был оранжевый Майдан, в свое время Янукович организовал акцию, которая называлась «Заспокойтесь, рух досыть». Тогда он своих таких же подкарасевцев переодевал в белые халаты, раздавали они валерьянку. Эти как бы по тем же лекалам работают, и ничего не меняется, ну, креатива абсолютно нет. Но туда же подтянулась еще чекистская Сакира, которая защищает и Порошенко, теперь она выступает за Зеленского. И возвращаясь к вашему вопросу... Ну, це якийсь ідеологічний рух, чи це рух такий, який, в принципі, має таку ідеологію, де платять більше, там... Вони це я розумію, що може це не точна інформація, але може якось це відчувається. Ну, единственное, что у них прослеживается, это любовь ко всем властям и борьба с Путиным подальше от Путина. Потому что Караль же не организовал отряд имени Бандеры по освобождению Крыма. Да, он нацепил... Не, он на себя не нацепил. Он-то не хочет быть таким клоуном, как его эти товарищи. Он на них нацепил белые халаты, и они бегали. А почему мы там оказались? Вот, да, если вернуться вот к вопросу. Хотелось бы дизнатися так. Шарий на данный момент, как бы кто к нему ни относился, единственный поставил правильные лозунги. Он спросил у президента Зеленского, какого мы тебя выбирали. Ну, явно не для того, чтобы ты превратился в худший вариант Порошенко. Потому что где свобода слова? Он говорит, просит папу римского освободить из Италии неонациста, да, которого осудил итальянский суд. При этом он не видит, что у него в Украине есть огромное количество политических узников. Стерненко, которого обвиняют в убийстве, закрывают на домашний арест. При том, что люди, которые просто плохие статьи писали про Порошенко, для которого ты приговор, они сидят, отсидели в тюрьмах, сидят под домашним арестом. Нападение регулярное. Вот, кстати, что я, собственно, пошел поснимать Си-14. После нападения 2 года назад житомирская полиция при Зеленском сотрудники пошли на повышение. Пишет до сих пор, что они не могут найти их. То я думаю, ну, пойду уже вместо полиции сниму вот видео, да, принесу, скажу, видите, я нашел. Поэтому Шари поставил правильные лозунги. И поэтому каждый, как говорил наш в голову ударенный мэр, не окрашивая себя в те цвета, в которые мы окрасили себя, и несмотря в завтрашний день, в сегодняшний... У него еще и новые выслови есть, но это не для эфира. Да, это не для... Это может только прямой канал демонстрировать. Так, им дозволено. Вот, им разрешено все, на них нацрада претензий к ним никогда не имеет. Вот, мы с объединением «Адекватная Украина» решили тоже поддержать поставленные лозунги, но президент проявил себя как последний трус, не отправил даже к нам Мендельяка в коммуникациях, не отправил никого. То есть ему вопросы, поставленные его избирателям, по боку. Как бы он активно занят удовлетворением этого меньшинства активного, челленджем «возьми 5%», что свидетельствует о том, что нас опять обманул нулячий президент.